для него нету проблем. Голодный, голодный, нету крова над головой, никто не приласкает, никаких проблем нету, да? Тут есть проблемы. Так только что ж не было. Я прошу прощения, вы не хотите услышать то, что я хочу? Или вы хотите сделать некую ситуацию, нарисовать, которая вам нравится? Или вы хотите понять смысл того, что я говорю? Вы хотите поспорить со мной и объяснить мне, что есть сироты, которые живут в таких домах, что они не имеют здоровья? Но я прошу прощения, есть некая проблемка. Знаете в чем? Вы не этот сирота. И думаете за него, говоря о том, что у него нету проблемы. Послушайте, сирота – это ребенок без отца. И у него есть нужда, заложенная Богом, иметь отца. И люди, вырастающие сиротами, они ущербны по своей сути, потому что они говорят: мне тяжело воспитывать своего ребенка, потому что я не имел примера в своей семье. У меня этого не было, я не знаю как. Я и хотел бы стать нормальным отцом, но не могу. А вы говорите: какие проблемы? Он: отлично, у него никаких проблем нет. У него есть проблемы. У него есть большая проблема. Нужда в отцовстве, в понимании отца. Потому что отец – это тот, кто наделяет достоинством, наделяет властью, взращивает, воспитывает. И любой человек, он нуждается в своем возрастании, в такой личности. И Писание нам говорит о духовных, извините меня, родителях. А сегодня, простите меня, я вижу кучу духовных сирот покалеченных, которые говорят о том, что у них нету проблем. Они не способны осознать свою проблему и не способны быть отцами для других людей. И при этом они заявляют о том, что у них нету проблем. Давайте поставим вещи на свои места. Если вы не осознаете этой нужды, это показывает лишь ваше духовное состояние. Это не показывает вашу духовную зрелость, мощь и силу. Это показывает проблему, которая есть внутри. Я вырос в нормальной церкви. Я имею духовного наставника. И отца я имею. И я знаю, сколько этот человек послужил в моей жизни. И до сегодняшнего дня я прихожу к нему и сверяю свое понимание Писания, свои откровения и спрашиваю, правильно ли я это делаю. Я высвобождаюсь на служение, уезжая в Одессу, я прихожу и говорю: пастор, помолитесь, я еду туда, я буду учить, я буду вот там заниматься вот этим. Он говорит: благословляю тебя. И он высвобождает благословение в мою жизнь на эту поездку. И я возвращаюсь, я отчитываюсь, как я съездил, что там происходило. И это нормально. Но послушайте, из-за того, что в харизматическом движении, к сожалению, произошел перекос, когда люди использовали духовную власть не таким образом, как они должны были использовать ее, вмешивались в личную жизнь людей, ломали взаимоотношения в семьях, ломали работы и так далее и тому подобное, возникла определенная боязнь людей допустить кого-то к себе. Да, это есть такая проблема. Иногда эта проблема, она, к сожалению, обоснована. Потому что люди открывались, доверяли, ими злоупотребляли. Да, это правда. Послушайте, это правда. И я вам говорю: послушайте, мои хорошие, если в вашей жизни это было, простите этих людей. Но это не значит, что все остальные такие. Простите их. И это не значит, что все остальные лидеры, они такие. Да, я слава Богу. К вашим лидерам нет претензий. Вторая часть, что вы должны иметь того человека, для который может говорить что-то в вашу жизнь, высвобождая благословение. И это называется духовное наставничество, духовное отцовство. Вы нуждаетесь в этом.
И вы никогда не станете таким, который не будет это, в этом нуждаться. Ну, я недавно слышал другое. Послушайте, я еще раз, вы услышьте меня, пожалуйста. Он должен об этом знать, не только вы об этом. Еще раз, взаимоотношения духовного отцовства и сыновства – это взаимоотношения, которые выстраиваются достаточно плотно, годами. И когда они начинают выстраиваться, люди о чем-то договариваются, о каком-то посвящении, о каких-то вещах. И я вам точно скажу, что проще всего зайти к вам в общину и спросить, кто ваш духовный отец. Ну и там человек 200 у вас в зале, да? Ну, на служение человек 200? Да, да. Ну, окей. И они все скажут, так вот уже, вот. И я же понимаю, что, ну, мягко говоря, не хватит. Не хватит времени на всех. Я не возражаю. Может быть, в вашей жизни это так и есть. Я же не против. Я же не знаю. Просто я объясняю всем здесь присутствующим, что завтра вы еще не решили, что вот есть отличный кандидат, и вот как раз он может быть тем, который будет заниматься именно моей драгоценной душой, посвящать все свое время именно этому процессу. Навряд ли. Я вам могу сказать, когда я перешел в общину, в Киевскую еврейскую мессианскую общину, у меня наставник был Андрей Луговской. И я этот выбор делал абсолютно осознанно. На тот момент времени я с Борисом Саулычем был знаком лет, ну, около 15. И, в общем-то, мог бы прийти и по старой дружбе попросить его быть моим духовным наставником. Но я не был служителем на тот момент в общине. Я понимал, что есть более... ну, в общем-то, посвященные, занятые люди. И мне нужен, ну, как бы человек, с которым можно было попроще бы пообщаться, который бы имел несколько больше свободного времени и мог бы уделить это время для моего возрастания. Понятно, да? Я не разбираю личную ситуацию. Я разбираю в общем ситуацию, не переходя на конкретные личности. Хорошо? Я никого не хотел обидеть. Нет? Что это значило? Все нормально, я никого не обидел. Хорошо. Модель, понятно? И, в общем-то, эта модель, ну, еще тогда вызывала некое раздражение. Были нормальные ребята, которые задали вопрос Моисею, а ты вообще кто такой? Кто тебе сказал, что ты тут главный? Знаете, да? Как звали ребят? Корей, да, сами Корея. Это были неплохие люди. Они были, в общем-то, какое-то видное место занимали в обществе. И они говорили, послушай, да, в общем-то, Бог, собственно говоря, и с нами разговаривает. Ты что, решил, что он только с тобой разговаривает? Я хочу обратить внимание, что Бог с ними разговаривал. Послушайте, ну, нужно понимать, что то, что Бог разговаривал с Моше, это было очевидно. Трудно было поспорить. И когда вы обращаетесь к этому человеку и говорите, что Бог со мной тоже разговаривает, я думаю, что вы понимаете величину вашей претензии. И было бы глупо думать, что он с ними не разговаривает. Я понятно говорю? То, что Бог с вами разговаривает, не делает вас еще правыми. То, что Бог с вами разговаривает, не дает вам права на какую-то позицию. Он разговаривает. Знаете, он здесь, и он не молчит. Но значит ли это, что это ваша заслуга? Значит ли это, что Бог действует через вас, разговаривает с вами, дает вам помазание, вы молитесь за людей, они исцеляются? Что это ваша заслуга, и вы имеете какую-то позицию из-за этого.
У этих ребят была эта проблема. Они решили, что если Бог разговаривает не только с ним, но и с нами, то ну все, кум королю, сват министру, все нормально. Кто ты такой? Ну, в общем-то, Всевышний показал разницу между одними и другими. История исхода – это история, которая формировала наш народ, и к которой мы, в общем-то, можем достаточно спокойно обращаться до сегодняшнего дня и выносить эти уроки. Это понятно, да? И просто сегодня Дни Пресников. Ну, это ж история исхода. И поэтому мы смотрим в эти образцы, и мы понимаем, что общество израильского или народа Божьего было устроено по определенному образцу. И этот образец, мои хорошие, в общем-то, по большому счету, ну, он не должен был поменяться. Этот образец не должен меняться. Устройство народа Божьего, а это же устройство народа Божьего. Это же не только устройство Израиля, а это устройство народа Божьего. Мы вошли в народ Божий. Значит, какое устройство у этого народа? Божий. Ну, какая проблема тут? Бог руководствовался определенными принципами, созидая свой народ Израиля или народ Божий. Что, у него изменились принципы, когда он начал созидать церковь? Ну, он же, помните, он не изменяется. Поэтому принципы, они остались те же. Поэтому один из моих любимых вопросов, который я достаточно часто задаю, звучит он, как всегда, напрашивающийся ответ кажется всегда правильным. Еврейское общество, оно открытое или закрытое? Я ничего личного. Я просто спросил. Открыто, туда надо зайти. Ну закрыто, но туда надо зайти. Я не возражаю. Открытое это общество или нет? Вы уже третий раз даете ответ на один и тот же вопрос. Кроме вас тут еще есть буквально пару человек, я хочу поговорить еще с ними. Вас я уже услышал, хорошо. Валентин Романович, потом познакомитесь. Он не Моисей и не Аарон, он Валентин Романович. Его зовут совсем по-другому. Открыто или закрыто? Думаю, что закрыто. Отлично. Отлично. Что, я вас спрошу, да? Хорошо. Отлично. Это, ну, открытое общество? Да как хотите. А духовное открытое, все понятно, заходи, кто хочет, бери, что хочешь. Хорошо, отлично. Ладно, давайте по-другому. Какой во Христе? Евреи. Евреи, это тут чуть рядом, синагога. Тогда закрыто, хорошо. А христиане, открытое или закрытое общество? Я не спрашиваю, что он делает. Я спрашиваю, открыто или закрыто? Открыто. Христиане, открытое общество или закрытое? Открыто. 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 Я понял. Закрыто. Окей. Ну, понятно, да? Аудитория как... Если эти такие, то эти должны такие. Но вот эта часть зала не согласна с вами. Ну. По определенным правилам, да. Да. Эти общества открываются на различных условиях.
Если вы не соблюдаете этих правил, извините меня, вас туда никуда не примет. Дальше немаловажный момент. И в одном и втором обществе, если вы стали частью этого общества, то вы должны быть подчинены правилам, действующим в данном обществе. Или общество вас отвергнет. Оно уже приняло, поэтому оно уже не может вас второй раз не принять. Оно уже вас приняло, оно вас просто отвергнет, и вы перестанете быть частью этого общества. Это справедливо для христиан? Да. Точно так же, как и для иудеев. Следующий вопрос. Разрешены ли смешанные браки? Нет. Ни в одном случае, ни в другом. Поэтому мы говорим, что Божий народ, он устроен по определенным принципам. Вы знаете, в синагоге есть старший. И поэтому, в общем-то, в церкви тоже есть старший. Есть несколько моделей управления церковью. Две. Ну, когда управляет совет пресвитеров, и когда управляет старший пастор. А у вас какой? Это вы потом спросите у раввина, он вам объяснит. Ну, есть, когда управляет совет пресвитеров, а есть, когда управляет старший пастор. Ну, есть две модели. И, в общем-то, разговоров на тему, какая из моделей правильнее и эффективнее, поверьте, достаточно много. Но здесь вы должны понимать, работает правило примитивное. Вы стали частью этого общества, подчиняетесь правилам этого общества. То есть, если вас что-то не устраивает, сори, вам надо перейти в то общество, с правилами которого вы будете согласны. Именно поэтому, когда люди хотят стать частью этого общества, насколько я знаю, Ребе рекомендует всем пройти курс основ веры, узнать это общество, согласиться с его вероучением, принять, и только после этого вы становитесь частью этой общины. Понятно, да? Все же достаточно просто. Здесь все понятно? И, в общем, ну, насколько я понимаю, модель достаточно библейская. Понятно, да? Ну, это библейская модель. Я сейчас не обсуждаю другую. Поверьте, у той модели есть свои сторонники, есть свои аргументы, но мы сейчас не про это. Окей. Это библейская? Вы так видите, как и я? И аллилуйя. Итак, евреи выходят, получают закон, и это не конец пути, а только, так сказать, начало. И таким образом мы видим, что свобода дана им для чего-то. Да, чтобы в конечном итоге из пустыни перейти в землю обетования. Пустыня не конечный пункт назначения. Что вы так вздыхаете? Вы что, в пустыне? В Израиле? Поэтому... Не понял. Съездите в Израиль, поселитесь, живите там, посмотрим, станет ли вам легче. Непростая страна. Ну, вот так вот нам Бог ее дал. А это удивительная страна. Сейчас не об этом. Итак, конечный пункт нашего путешествия – земля обетованная. И, к счастью, она не в Израиле. Она на небе. Понятно, да? То есть конечный пункт нашего путешествия, он не находится на этой земле. Он находится на небе. И нам дана свобода для того, чтобы стать рабами. Красиво звучит. Рабами праведности. И в данном случае есть определенная
рабство по любви. Есть модель рабства по любви. Знаете, в Израиле был закон, что когда наступала пора отпустить раба, но раб не хотел, ему прокалывали ухо, косяку, все правильно, подводили косяку, прокалывали ухо, все правильно, понимаете. И он становился рабом навсегда. Отвечайте, рыба. Удобно, чтобы не на весу. И это рабство навсегда. Из этого рабства уже не отпускали. Да, это рабство навсегда. Да, и теперь вопрос нашей любви к нашему хозяину. Послушайте, я говорю в жестких терминах рабства. У раба есть определенная позиция. Раб не имеет ничего своего. Обеспечение раба полностью лежит на господине. Господин должен заботиться, где спать рабу, что есть рабу, что пить рабу, что одеть рабу и какую работу должен выполнять раб. Это понятно, да? То есть это не задача, то есть раб не должен вставать с утра и думать, эй, что бы мне сегодня такого именно сделать для моего господина? Нет, послушайте, такой модели никогда не было. Раба будили в положенный срок, говорили, вот от забора до заката. Все, вперед. Вот тебе лопата, занимайся. И есть ответственность, которая берет на себя господин по отношению к рабу. И раб, он находится в положении, где нету права собственности, права на свое личное мнение и так далее и тому подобное. Это понятно? Очень-очень жесткая модель. Очень жесткая модель. И причем она жесткая еще по принципу подчинения. Очень жесткая по принципу подчинения. Ну, представляете, раба, который с утра встал, говорит, у меня сегодня выходной. Ну, говорит, ну, конечно. Именно мы не знали. И, пожалуйста, отдыхай. Ничего не делай. Может, тебе денег дать, в город выйдешь. Там что-то купить, развлечься. Увольнение. Ага. Его тут же отпускали. Да. Его тут же отпускали, объясняя, чем он должен именно заниматься. Понятно, что модель была жесткая. Послушайте, так эта модель, она же не изменилась. Говорит, вы что, вы ходили с властным идолом? Ну, говорит, точнее, говорит, вас туда водили. Вы не хотели, вас туда водили. И вы были рабами греха. Вы были рабами, вы не были свободными. То есть идея свободы – это идея восставших рабов. Идея свободы – это идея восставших рабов, которые захотели занять место своего господина. Дьявол именно это сказал. Слушайте, ну я тут себе престольчик поставлю на вершине гор. Ну зачем я хуже? Ну там все быстро закончилось.
как-то, как идея пришла, так сразу и закончилось все. Но идея была восставшего творения. Восставшего творения. И тот, кто восстал, поработил тех, кто не стали праведности. От сердца стали послушны. Вас никто не заставлял. Вы были свободны абсолютно от праведности. Ну, абсолютно свободны. Но были при этом рабами греха. И когда вы узнали, что есть другой господин, который готов заплатить за вас цену, вы от сердца стали послушны тому образу учения, которому вы себя предали, и стали рабами праведности, но при этом свободны действительно от греха. Понятно, о чем я говорю? Идея свободы без обязательств – это идея беспредела. Нету такой идеи в Писании. Вы одно рабство добровольно меняете на другое. Таким образом, получая свободу от того рабства. Или вы находитесь в том рабстве, абсолютно свободны при этом от праведности. Человек должен выбрать для себя господина. Потому что в конце своей жизни, как говорил Клайв Льюис, он услышит всегда одну и ту же фразу. Ты мой. Кто-то предъявит на тебя свои права. Но при том, что вы выбираете за вас кто-то, еще, да. Я слышал самое невероятное мнение. Кто может быть таком? Надо дать микрофон, потом включить микрофон. Я не знаю, вопросы не ко мне, сейчас все включим, сделаем. И вы же помните, лучше всего задавать свои вопросы, а не чужие. Такой богословский вопрос. Кто кому заплатил? Я слышал, говорю, самое невероятное мнение, например, о том, что Иисус заплатил дьяволу, чтобы выкупить нас от греха. И потом это говорил большой служитель харизматический. И что? Нет. Что вас смущает? Меня смущает. Кому кто заплатил? Пожалуйста, вот момент передачи. То есть кто у кого выкупал? А как вы думаете? Ну, получается, что фактически, скажем так, мы... Иисус выкупил... Слово «покупка» подразумевает несколько сразу вещей. Первое. Есть объект, который покупает. Я правильно понимаю? Есть тот, кто покупает, и тот, кто соответствующим образом владеет. Не-не-не, верните микрофон, товарищи. Нет. Поэтому у меня к вам вопрос. Кого покупают, понятно. Нас. Да. Извините, кто покупает, тоже понятно. А у кого? А теперь остался вопрос, у кого? Есть тот, кто обладает правом собственности. Я правильно понимаю? Ну, да.
Кто раньше обладал правом собственности? Нет, грех. Вы были, извините, рабами чего? Нет, греха. Ну, смелее, не бойтесь. Да? Рабами греха, отлично. Значит, грех над вами? Господство, отлично. Кто у вас после этого был хозяин? Фу, нехорошее имя, даже говорить не будем. Не-не-не, Аня, вы имеете, я прошу прощения, я ничего не понял. Итак, когда вы были в царстве тьмы, были рабами греха, кто у вас был? Господин. Ну, враг, дьявол. Дьявол. Кому принадлежала собственность? Дьяволу. Кто покупал, известно? Что покупал, неизвестно. Неизвестно у кого? Вы сами ему себя продали. В тот счастливый момент, когда вы своровали, обманули, согрешили. Грех вошел в вашу жизнь, и, соответственно, дьявол может предъявить на вас права. Дьяволу никто вообще ничего не платил. Так вот, мне же это интересует. Дьявол. С дьяволом сделки никто не заключал. С ним никто не договаривался. Но есть божественный закон, который учредил Творец, а не дьявол. Наказание за грех, и он выкупил вас от... Он выкупил не у дьявола, а выкупил вас от... смерти. Не было сделки с сатаной. Не об этом идет речь. Но вас забрали у старого владельца. Сделка не с ним была. Но справедливость божественного закона, она должна была исполниться. Хозяину. Не хозяину, а пользователю. То есть я, это мое право, и под таким владением он живет. Вот и люди же умирали, что верующие, что неверующие. Но выкуп всего человечества произошел через, со смертью, а не с, кто сейчас эксплуатирует. Послушайте еще раз. Есть некая проблема. В вашей системе ценностей, которая была заложена в материалистическом обществе, было два источника. Всего было два источника. Добро и зло. Эти два источника, они были противоборствующими. Ну, сказки про борьба, да. Добро, вечная борьба со зла и так далее. И вы, не отдавая себе отчет, думали таким образом, что зло борется с добром. И причем они, судя по всему, где-то приблизительно в равных весовых категориях. Ну, почему они в равных весовых категориях? И, да, и не я, да, потому что борется. Причем борется долго. Долго. Вечно, я бы сказал, да?
То есть если добро, то это все быстро происходит как-то, да? А если никак не может, то, ну, какие-то качели, неизвестно еще, кто победит. И вот эта идея двух начал противоборствующих, а это не библейская штука на самом деле. Она очень не библейская штука. И когда вы читаете молитву «Отче наш», вы произносите, знаете что, «Да будет воля твоя на земле, как и на небе». А можно вас спросить, а как на небе? Бог всегда прав. Еще. Как? Порядок. Божий порядок. Я можно отвечу одним словом? Да. Быстро. На небе быстро. Его воля быстро. Всегда быстро. Очень быстро. И когда там кто-то восстал, там долго никто не брал. Говорит, да, видел, падал. Но очень быстро пролетал. Как-то там не было борьбы. Там никто ни с кем не боролся. Ребята, Творец не будет бороться с творением. Никто там не будет бороться. Второе. Когда вы открываете Писание, откройте-ка. Сейчас я скажу, что открыть. Идея тьмы. Кто ее создал? Сам Бог. Сам Бог. Почему создал Бог? Да. Бытие 1, 2 глава. И мы видим, что была создана тьма. И тьма, которая была создана, судя по всему, она не была внешней. Она была над лицом бездны. Тьма над бездной. Но потом мы говорим о том, что будет тьма, извините меня, внешняя, где будет плач и... Вы мне не подскажете, а кто создал внутри тьму и внешнюю тьму? И кому она принадлежит? А, так где то место, которому принадлежит дьявол? Есть то место, которое определено для него. Но он и не владеет. Слушайте, у этого парня нету права собственности ни на что. То есть Бог хозяин ада. Вот сейчас, смотрите, начинается. Дьявол задает вопрос. А дерево познания добра и зла не ешь, но от него. Ибо день, который ты вкусишь, от него смертью умрешь. Бог говорит. Смертью умрешь. То есть, когда человек кушает, вкусив, да, он разве он умер? Сразу. То есть, по принципу, впадает в другое совсем положение смертности, а у Бога бессмертие. То есть хозяином становится смерть, владеет временем проживания человека на земле смерть. Понятно, да? Вот этот хозяин, которого, как о том, что Дмитрий говорит, что он стал, вот с этим нужно было расплатиться. Смертью смерть поправ. Мессия заплатил за нас своей смертью. То есть заплатил для вот этому смерти, да, но понятно, что смертности, вот эта часть, вот эта, которая, может быть, мы не понимаем ее, потому что мы не можем ощутить смерть, мы не можем ее потрогать, мы не знаем, что такое, что это за сущность, что это за такое состояние. Но в конце написано, там откровение, да, что и смерть, и ад были что? Брошены. И куда будет брошены кто? Дьявол. Тоже как бы. Это все. И потом говорит, и это смерть вторая. То есть конец всему, то есть, это как бы конечная часть. Да, вот, конец будет всему дальше. Этот, вот момент такой, чтобы мы иногда вот путаем эти
распоряжаться тем, что есть. В этом мире люди жили и умирали. Выбор человека стал уже последующий. Идти за злом, либо добро. Выбирай, добро или зло. Выбор. И вот выбор принятия Божьей милости, Божьей благодати. И поверил Авраам Богу и вменилось это в праведность. Он поверил Богу, да? И вот эта часть, в которую мы начинаем верить в искупительную жертву, в милость Божью, в его Мессию, который избавил нас от... Не только от, вот грех, это как бы часть. Вот, и смерть, он избавил нас от этого. Смерти, ну, аду. Потому что грех будет брошен, будет вот эта часть. И греховная часть, вот грехопадение, оно принадлежит как бы для, ну, для дьявола. Он хозяин. Вот именно это вот, грехоизволение. Понятно, да? И человек добровольно, он как бы делает выбор. Хотя многие говорят, рождается со грехом, и тогда он рождается уже в вот смертной части своей. Смертной части. И выкуп, как вот мне понимается, что Бог сделал выкуп из смерти. Смертью, смертью поправ. Он не мог, ну давайте так вот, как говорится, кому заплатить и чем заплатить? Кровью Агнца заплатить бесам или там, дьяволу, как монеты за людей. Грешат ли люди? Грешат. Но выбор, вот этот выбор, который делает человек по вере. Почему для многих верующих нет страха смерти? У них нету страх смерти исчезает, когда ты понимаешь, что ты искуплен, ты от смерти. Ты, хотя это тело, но ты наследуешь следующее. Мы изменимся, Павел, мы изменимся. Мы пройдем этот путь. То есть даже это не сущность такая, что бояться нужно. Вот может быть, я поможем так ответить или нет? Если все-таки непонятно. Окей, но вопрос все равно давай зададим. А. Хорошо, задавайте вопрос, я повторю вопрос. А можно сказать так, что грех, что это как грязь, ну, как Писание говорит, что это как запачканная одежда грязь. Угу. И то, что ничего в присутствии Божьем не может войти нечисто. То есть с приходом греха, да, мы... какая-то... Окей. Ну, мы говорили о том, мы говорили о том. Мы говорили о том, что грех, он приносит нечистоту. Одна из функций греха. Поэтому вы абсолютно правы, говоря о том, что грех – это грязь. Ну, то есть... Еще раз, процесс. Мы говорили о том, что грех имеет определенные свойства. Первое, он приносит смерть. Второе, он приносит осквернение, да? И мы говорили о том, что нужно восстановление, перейти от смерти в жизнь, но также нужно и очищение. Это не одно и то же, два разных процесса. Еще раз, я хочу, чтобы вы услышали, что цена заплачена и выкуп заплачен. Мы стали искупленными. То есть подразумевается, что есть мы и есть тот, кто заплатил. Но наказание за грех – смерть. Да, мы стали рабами греха в результате греха. Но от чего нас искупают? То, о чем говорил Робе. Нас искупают от смерти. А? Ну, это для одних она приходит с косой в капюшоне, а для мух в семейных трусах и с газетой. Ну как вам еще объяснить? Я как-то
Еще раз, простите меня. Мы только что говорили о том, что идея сотворения чего-то для чего-то. Да. Если вам угодно в таких формулировках, Бог сотворил вообще все, кроме зла. Молодец. У тебя действительно есть этот вопрос? Еще раз. У тебя действительно этот вопрос есть? А, возник. Я могу, конечно, еще раз. Послушайте, мои хорошие, сейчас мы отправимся на перерыв, я так понимаю, 5 минут где-то уже близится к концу. Еще раз. Добро может существовать вне зла. Зло – это испорченное добро. Поэтому вопросов нет. Бог определил наказание как следствие чего-то. Виновен ли Бог в этом наказании или виновен человек, приступающий повеление? Я понятно говорю? Если вы возьмете, сделаете короткое замыкание, там будет достаточно сильный ток, то вас убьет. Кто виноват в том, что вас убили? Кто это сотворил? Кто это сделал? Бог? Или человек, он поступил таким образом, что привело это к такому результату. То есть нам удобно не брать ответственность за свои поступки на себя, а переложить ее на кого угодно. То есть Бог говорит, если вы так сделаете, наступят вот такие последствия. Смерть и смертность придут в твою жизнь. То есть Бог говорит, другими словами, если ты выпьешь цианист и калий, то ты умрешь. Это что, Бог меня убьет? А да кто, ну кто виноват в том, что ты это съел? Он говорит, если ты это сделаешь, будет вот так. Ты это делаешь, наступает, ну конечно, он убийца. Чего он меня не остановил, что он еще? А, ну, он во всем виноват. То есть тебе сказали, не делай этого, не кушай. Ну не кушай. Потому что результат будет вот такой. Смерть и смертность войдут в тебя. Съели. Кто сотворил вообще все это дело? Кто эту смерть сделал? Мы не читаем о том, что смерть была в мире до тех пор, пока он вот этого не сделал. Пока Адам не сделал этого, смерти не было. В мире ее вообще не было. Никто не умирал. Ни смерти, ни смертности не было. Кстати, вы ответили все достаточно некорректно на вопрос, умер ли Адам в тот день, когда он скушал. Он умер. У вас просто Валентин Романович спросил, вы сказали нет. Мы стабильно знаем, помнят. И что? А что, ему было сказано, что когда он это сделал, то он умрет? Нет. Еще раз, давайте остановимся на секундочку. У нас перерывчик.